Работники прокуратуры отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Поздравить их. Торжественное собрание проходило в Доме культуры железнодорожников, и поздравить их пришли первые лица региона и округа. Уважаемые коллеги, как вы знаете, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года определены 12 ключевых направлений развития страны. И на государственные органы, безусловно, возложена большая ответственность. Зачастую слово «прокурор» у наших граждан ассоциируется с обвинителем, с обвинением. На самом деле это слово означает оберегать, защищать, заботиться, предотвращать.